Всем привет, с вами Фриман, и сегодня у нас новое путешествие, новое видео. Мы отправляемся сегодня на озеро Манчжук-Маметовой. Сейчас мы находимся на таком вот, на такой развилке. Знак ворота Туюксу. Здесь вот табличка информационная. Дорога направо ведет на черный водопад, на альплагерь. Нам нужно налево. Вот уходим налево и продолжаем наш путь. Сегодня отличная погода для прогулки, солнечно, без осадков. Я поднялся сюда очень рано, поэтому канатка и автобусы сегодня еще не начали ходить. Пришлось подниматься до Чимбулака с Медео пешком. Учитывайте этот нюанс. Они начинают работать с 9 утра. Возле этой горы поворачиваем налево по дороге. Идти нам сегодня около 5 часов. Надеюсь, дойдем быстро. Так что приготовьте с собой обязательно палки, удобную обувь, побольше воды. Нам предстоит отличная прогулка сегодня. Дальше вы увидите табличку «Мемориал». Вот знак налево. Если пойти по этой дороге, вы выйдете на мемориал альпинистов, которые погибли. Нам дальше вот. Не видно, написано Туюксу. Прошлый раз, когда я ходил на озера Титова, было очень сильно жарко. Градусов 36. И у меня сильно обгорели губы. Это, конечно, печально. Я забыл взять гигиеническую помаду намазать. В целом не очень хороший опыт. Губы трескаются, появляются волдырики, начинает все болеть. Ну, заживает быстро, если мазать гигиеническую помаду или мед. За 5 дней у вас пройдет. Так, мы идем дальше. Такие виды. Дальше дорога уходит налево. Двигаемся строго по дорожке, по тропинкам. И мы выходим здесь на такую вот гору уже. Не видно ее из-за солнца сейчас. Покажу. Ну вот, смотрите.
очень красиво. Нормально покажу, что я так. И продолжаем наше путешествие. Следуем дальше. Еще не устали? А я уже устал. Вот мы дошли до новых скал. Не помню название. Потом напишу, как называются эти скалы. Здесь есть знак. И дорога уходит налево. Но можно срезать здесь. Мы срежем путь. Прямо вот на знаке, прямо идите, а не налево. Все, встретимся наверху. Так, мы поднялись. Вот у нас подъем, с которого мы поднялись. Вот у нас дорога. Видите? Так, вот ориентир. Ориентир есть. Скалы. Теперь идем прямо. Далее нас ждет монотонная дорога, каменистая. Поэтому встретимся в следующем включении. Кому нравится каменистая дорога, всех приглашаю на этот маршрут. Камней немножко. Пока шел, думал, решил включиться и поделиться одной вещью. Недавно вычитал у одного такого умного человека, который занимается исследованиями активности мозга и так далее. Все, что связано с нейро, с мозговой деятельностью. Так вот он что говорит. В течение дня нужно делать 20% вещей, которые ты делаешь повседневно. Ну там зубы чистишь, умываешься, завтракаешь, идешь на работу, учебу и так далее. Такая рутинная работа. И она за целый день должна составлять всего лишь 20%. Представляете? А 80% это должно быть что-то новое для мозга. Какая-то новая мозговая деятельность. Для чего это нужно, если вы спросите? Для того, чтобы наш мозг не деградировал. Если мы делать будем 80% повседневно одно и то же, вот эту рутину, то наш мозг быстро задеградирует, высохнет. Не зря же у людей выходные, когда они отправляются куда-то отдыхать, или берут отпуск, выезжают куда-то отдыхать тоже, то у них мозговая активность выше, соответственно, дофамин вырабатывается больше. Ведь главное же это счастье для человека. То есть любой человек подсознательно хочет быть счастливым.
Поэтому я так подумал и понял, что какие-то новые маршруты, куда вы будете ходить, они как раз будут вашими 80%. Даже если ты был где-то уже, второй раз идешь в одно и то же место, то каждый раз природа, она по-разному себя показывает. То есть она всегда разная. Разная во всех временах, сезонах. Поэтому считаю, что туры и походы — то, что нужно. Вот такие вот наблюдения. А, записываю видео? Записываю. А то испугался, что не записываю. Так, ну вот мы уже где-то очень высоко. Монотонная дорога продолжается. Хотите немного вида снизу? Вот. Зацените. Вон там город. Так, ну, встречаемся чуть дальше. Так, ну что, мы прошли еще где-то час по этой тропе, по этой дороге монотонной. И вот мы дошли до плотины. Плотина Манжелкы. Опознавательный знак красный. Беседочка для отдыха. Так, он пик Туюксу. Сейчас отдохнем. Беседочки. И двинем. Смотрите. Хочу вам показать. От дамбы мы уйдем налево. Вон туда. Там будет нас ждать озеро номер 6. Озеро Маншук-Маметовой. Так, здесь уже 300 над уровнем моря. После дамбы я покажу, где поворот. Ну, то есть начнем уже подъем. Там будет видно. Я еще раз покажу. Вот мы на плотине. И идем дальше. Прошли от плотины буквально немного. Вон она. И здесь развилка. Одна дорога выходит направо, другая ведет налево. И мы видим указатели. То, что нам нужно. Сейчас почитаем, куда нам. Но, я думаю, нам налево. Так, Титово туда перевал. Видите? И Маншук. Озеро Маншук налево. 2 часа 10 минут. Понеслась. Через 2 часа нас ждет прекрасное озеро. Главное до него дойти. Главное не торопиться, отдыхать. Что у нас здесь? Сейчас посмотрим. А, ну, изи, смотрите. Здесь тропа. Идем по тропинке. Встретимся выше. Какие облака красивые, да?
тут у нас еще один знак. Направо озеро Маншук, а здесь Альпинград. То есть, если пойти через Альпинград, быстрее. Но дорога крутая. Какую дорогу вам показать? Не знаю. Кстати, вот вид на дамбу. Там вода собралась. Наверное, пойдем по обычной дороге. Как думаете? Посмотрим обычную дорогу. Да. Мы же не торопимся никуда. Зачем нам резкий? Там тем более, смотрите, камней, но много. Кто любит экстрим, конечно, идите налево. Мы пойдем направо. Дальше идем строго по тропинке. Встретимся на следующем включении. Хотите вид? Вот он вид. Очень красивый вид. Дорога вот вправо уходит. Видите? На перевал Титова. Там можно выйти потом на этот, на озеро Титова, на пик Титова. Идем дальше. Активно прошагали полчаса с момента прошлой записи. Дошли вон до такого ущелья, каньона. Так, что здесь написано? Ничего не написано. Просто знак. Ущелье ведет нас вот так вправо, что ли. Потом, наверное, за этой горкой налево. Но это не факт. Сейчас посмотрим. Может быть, так надо подняться по песчаному карьеру. Кажется, так оно и будет. Но сейчас увидим. Все понятно, гадать не нужно. Здесь есть знак. Я думал, нам вот так подниматься вверх. А оказалось, нам в эту сторону. Видите знак? Вот где он? Вот. Час, 20 минут. Понеслась. Понятно, да, короче, вот оттуда, снизу мы пришли, нам такой серпантин вверх. Привет, дамба! Мы поднялись по этому серпантину. Дальше здесь такой тупик. Ну, понятно, что дорога ведет направо. Уходим по этой дороге и идем дальше. А здесь покажу ледник Туюксу. Смотри, сколько там снега. Вау! Летом снег. Это круто. Еще минут 40 активного подъема, и мы уже почти на вершине этих скал. Да, очень высоко. По моим ощущениям, после этого подъема уже должно виднеться озеро. Но, как обычно, это не точно. Встретимся уже на вершине. Последний рывок.
Здесь дорога, видите, как идет? Такие уже. Уже топчик вышина. Выше некуда. И вон нам туда. Видите, вода течет. А значит, озеро близко. Надеюсь, вон тот холм, это последний холм. А вот смотрите, какие камушки здесь мощные. Да. Красивое место. Вот так вот. Ну что, уважаемые, я вас поздравляю. Вы дошли. Уф, было, конечно, тяжко, но мы никогда не сдаемся. В принципе, 5 часов это нормально. Можно сказать, что выше среднего уровня подъема. Так, вам видно? Покажу, вот оно, родненькое озеро на месте. Ух, видно вам, да, уже? Вау! Вау, какое оно зеленое! Так, это не мой желудок, это труба. Издает такие звуки. Сегодня еще один замечательный день в моей жизни. Потому что я могу видеть, созерцать такую красоту. Камеры это не передать, конечно, но я думаю, что вы доберетесь сюда. Обязательно сходите сюда и полюбуйтесь на эту красоту. Так, вам видно отсюда? Вот оно, сейчас ниже спущу. Такое вот озеро. Что-то люди ходят. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Для меня это мотивация снимать новые ролики для вас. Ну и самому ходить в такие прекрасные места. Встретимся в новом видео. Всем пока!